Ученица начальных классов впала в кому, катаясь на тарзанке в металлургическом районе. Веревка, вероятно, обвелась вокруг горла. Все произошло во дворе одного из домов по улице Приборостроителей. Как рассказали очевидцы, во дворе дома, где жила школьница, была самодельная тарзанка. Девочка решила покататься, но веревка обвелась вокруг горла. Девочку без сознания увидел прохожий, он вызвал скорую помощь. Сообщается, что ребенок в коме.